А сейчас, дамы и господа, главный матч вечера. Один на один. Поприветствуйте Владимир Кулаков! Снова здравствуйте, уважаемые зрители NSW. Вас приветствует дуэт комментаторов. Я Фадеев Руслан и Джеки Такер. Привет, друзья! И мы добрались до последнего матча шоу Cross Factor от 18 января. Очень интригующий поединок между Владимиром Кулаковым, который сейчас выходит на ринг, и шаманом, который провел некий мистический ритуал и, собственно, вызвал тогда Кулакова на этот матч. Очень интересно, что нас сегодня ждет. Да, друзья, безумно интересный поединок. Я даже не знаю, что еще добавить. Мне кажется, нечего. Просто нужно смотреть, наслаждаться рестлингом. Рискну предположить, что сегодня будет очень жесткий матч. Очень жесткий матч еще и с мистическим подтекстом. Соперник Владимира Кулакова на сегодня – это шаман в сопровождении этого загадочного человека по имени Самаэль. У него в руках некая шкатулка, в которой, насколько я понимаю, находится итог, результат их вот этого мистического ритуала. Честно говоря, когда я увидел то, что они там сделали, я был немного в шоке. Это видео меня поразило. Последние месяцы мы наблюдали за тем, как Самаэль и шаман что-то там шаманят, собственно, и для проведения ритуала им потребовалась душа, душа товарища, которым стал, к счастью, Робу. Кстати, неизвестно до сих пор, что сейчас с Робу. На месте генерального менеджера я бы, на самом деле, озаботился этим вопросом. Также им потребовалась слеза невинной девы, которую они взяли у Эбби. И, как я понял, это была кровь шамана, в результате которой данный мистический ритуал и случился. А что в итоге мы получили из этого, наверное, мы сегодня и узнаем. Да, Руслан, молодец, все сказал как надо. Но тут у нас уже... Ой, нифига себе, какие хлесткие удары у Владимира Кулакова. Тут у нас уже... Мистика отходит на второй план немножечко, и на первый план выходит рестлинг. Посмотрю, какой скоростью, как просто, как гвоздь вбил голову шамана Кулаков. Абринг и дропкик, как мощно. Отлично, начало от Владимира Кулакова, настоящий универсальный солдат, просто на все способен. И никакая мистика, никакие ритуалы тут не нужны. Ну, Владимир Кулаков сам немножко такой шаман, ну, не ярко выраженный, как наш шаман, но все-таки он, я думаю, знаком со всеми этими какими-то обрядами и верованиями, поэтому, возможно, его это не удивляет. Ну да, да, известно, что Владимир Кулаков является таким апологетом язычества, если так можно выразиться. Является старообрядцем, скажем так, поэтому он вполне может признавать все эти колдунские вещи. Я в это не особо, если честно, верю, но после матча на битве на Неве, если помнишь, вот шаман против Локомотива, когда шаман применил магию крови. Конечно, такое не забывается. Я действительно начал верить, что что-то в этом есть.
А этот ритуал, может быть, окажет еще большее влияние на шамана. Но пока что, вот как ты сказал, непонятно, как-то это материализуется или вот что в итоге-то должно произойти. То есть все собрано, обряд проведен, на этом все или что-то... Ну что-то в шкатулке должно быть, наверное, зря же Самаэль эту шкатулку постоянно таскает. Возможно, там какая-то эссенция силы, это мне все напоминает немножечко историю Пола Беррера и Гробовщика, когда... Ох, какой хлесткий удар! Когда Пол носил с собой урну, которая давала силы Гробовщику, что-то в этом вот есть похожее. Ну, посмотрим. Возможно, ты прав, возможно, ты близок к истине. Но в любом случае, результат какой-то должен быть очень весомый, потому что шаман, по сути, отдал в жертву и свой экстремальный титул ради этого ритуала. Также он пожертвовал по факту командным чемпионством, которым он владел с Робу. Собственно, пожертвовал и дружбу с Робу. Это все очень много стоит, поэтому результат всего этого ритуала должен быть просто какой-то невероятный. Ну, посмотрим, если сегодня удастся шаману одолеть Владимира Кулакова, это будет весомая победа, и, возможно, с этой победы начнется что-то прям грандиозное для шамана. Ну, в целом, пока матч проходит на равных, следить за всем этим довольно интересно. Ни у кого нет явного преимущества. Пошел жесткий обмен ударами. Оба бойца, конечно, очень сильны. И это видно по безумным этим ударам по голове друг другу. Давай, говорит Владимир Кулаков, бей, вот так нужно бить. Оба рестлера являются достаточно опытными, но, конечно, Кулаков в этом плане превосходит шамана. И проводит отличную серию атак. Как четко он попадает своими ногами и коленями по шаману. Да, Владимир Кулаков, конечно, мастер ринга. Не поспоришь с этим вообще никак, да и спорить не хочется, когда видишь, какие вещи творит внутри четырехугольника Кулаков. Да, вот только-только он демонстрировал свою ударную технику и тут же теперь переходит на болевой захват руки. Кулаков вообще может, наверное, все что угодно показать внутри этого четырехугольника. Так, шаман все-таки пытается как-то выкрутиться из этой ситуации, перевести ее в свою пользу, не получается. Захват руки очень сильно зафиксировал, захват зафиксировал, да, Кулаков, или все-таки, да, все-таки удалось, но шаман, казалось бы, нашел лазейку, но теперь Кулаков переводит болевой на ногу. Тут даже непонятно, что хуже для шамана. Канаты достаточно далеко вроде как, но шаман ползет и доползает все-таки. Он ухватился за канат, Владимир Кулаков был вынужден отпустить ногу шамана. Ну что ж, матч продолжается, попытка суперкика от Кулакова не проходит и... Обникай! Проводит свой финишный удар. И это могла быть победа, но нет, вырывается Владимир Кулаков. Как внезапно, да, Огникай провел шаман буквально из ниоткуда. Так, что там происходит у Самаэля? Там какой-то дым идет из этой шкатулки. Что горит там? Похоже, что ритуал все еще продолжается. Что? Подожди, что-то там происходит интересное. Так, подожди, это кольцо какое-то или что это? Отсюда не очень видно, но похоже, что да. Это кольцо! Ничего себе! Suicide Dive! Просто из ниоткуда прилетает Кулаков шамана.
Он, похоже, не успел надеть это кольцо. Да, буквально в последнюю секунду Владимир Кулаков. Подожди, кто это? Это фанат, что кто ли? Кто это такой? Это Алексей Хитрых! Внезапное нападение. Так, рефери отвлекся, я так понял. Он не видел этого нападения. Поэтому матч у нас официально продолжается. Дисквалификации не последовало. Похоже на то, не видел рефери этого нападения. И Владимир Кулаков тоже вот полз с этим кольцом. И Самаэль наступил ему на руку, в итоге не получилось. Я же говорил Владимиру Кулакову, что-то знает. Может, он тоже в курсе вот этого всего ритуала, этого кольца. Ну, не знаю, что это за кольцо, но в любом случае лучше было бы не отдавать его шаману. Теперь может произойти все, что угодно. Уже свет начал мерцать на арене. Что происходит вообще? Это магия. Это черная магия шамана. Он надел это кольцо. И я не знаю. Давайте смотреть, как оно будет помогать шаману. Кулаков пытается провести немецкий суплекс, но шаман демонстрирует невероятную силу. Просто с одного удара укладывает Кулакова на лопатки. Ну, похоже, магия работает. Немецкий суплекс. Кулаков просто отлетает в другой угол ринга. Ничего себе, какое силище. Так, шаман поднимает своего соперника. И что же он будет делать дальше? Суплекс! Да, у шамана всегда, если один суплекс, то рядом где-то и другой. Удержание. Нет, Кулаков вырывается. Да, несмотря на черную магию, Владимир Кулаков все-таки держится. Но мы видим, что ему очень сложно. И действительно, что-то вот изменилось с этим кольцом. Раньше Владимир Кулаков мог несколько ударов вынести и стоял на ногах. А сейчас с одного просто он отлетел от шамана. Какие внезапные атаки сегодня у Кулакова. Нзигири прямо в ухо залепил своему сопернику. Тут уже никакое кольцо всевластия не поможет. Ничего себе. Вот это дропкик. Тут хоть и кольца никакого нет, но опыт и профессионализм делают свое дело. Еще один дропкик в угол ринга. Да уж, такими мощными дроп-киками Кулаков может и Годзиллу, мне кажется, завалить. Не то, что шаманы. Так. Похоже, Владимир Кулаков сейчас будет выходить на молот богов. Но сил, конечно, уже не хватает. Все-таки помним еще нападение от Алексея Хитрых. Очень неприятное, внезапное. Ползет Кулаков, но не успевает. Быстро восстанавливается шаман. Так, и он готов провести свой убийственный прием. Что это будет? Суперплекс со второго каната проводит шаман. Это заявка на победу. Нет, каким-то чудом Кулаков все равно вырывается. Как будто у него тоже есть какой-то... особенное кольцо магическое. Шаман уже попробовал огникай. Уже нацепил это кольцо. Остался еще один очень жесткий прием в арсенале шамана. Это прыжок в бездну. Возможно, благодаря нему он сможет победить. Это пока что не прыжок в бездну, но отличный удар прямо по голове. Очень зрелищный кик с разворота. Не помню такого в исполнении шамана на самом деле. Так, ты посмотри, шаман! Шаман выходит на прыжок в бездну, он его проводит! 1, 2, 3! Победитель матча! Шаман! Шаман побеждает Владимира Кулакова и
Похоже, что черная магия работает. Да уж, шаман сегодня проявил себя очень здорово, и тут уже сложно понять, насколько он выложился сам, и насколько ему помогла вот эта вот черная магия и волшебное кольцо. Но матч получился отменный, и благодарим как шамана, так и Кулакова за этот прекрасный мейн-эвент. Ну а на ринг поднялся тот самый человек, который стоит за всеми этими ритуалами, Самаэль. Может, он наконец расскажет, что же является их главной целью? С такой силой? Нельзя включить микрофон. С такой силой ты одолел легендарного воина, сражавшего бога. Иван Марков, Локомотив, дни твоего величия сочтены. Ну что ж, это весьма мощный вызов от Самаэля. Шаман вновь нацелен на то, чтобы сразиться с Иваном Марковым Локомотивом, абсолютным чемпионом России по рестлингу. Это должно быть очень интересно. Ну а на этом шоу Cross Factor подошло к концу. Увидимся на следующем шоу 22 февраля. Приходите на шоу и смотрите новые матчи на канале NSW. Всего вам доброго. До свидания.